А если все время мы все тут цинично лгали? Скрывали ужасную правду за сотни красивых слов. От нежных чувствительных душ утаивали детали. В то время как мир в действительности суров. А если не будет ни принца с конем, ни замка, и в твои 35 никто тебя не спасет? А в мире мужчин ты просто еще одна самка. Оценят, как вещи, емко ответят. Сойдет. А если не будет кольца, безусловной любви и платья? В лучшем случае быт, одиночество, скучный секс. В приоритет у него мама, пиво, футбол и братья. Жизнь с тобой – это просто условный рефлекс. А если не будет того, за которым в огонь и воду, чтоб за ним, как за каменной будто стеной, чтоб ради него и не жаль потерять свободу, а душа только с ним обретает покой. А если на этой земле любви не осталось вовсе, ее заменили развратом, выгодой и враньем, это чувство, пожалуй, уже не нуждается в спросе. А если мы все окончательно пропадем?